хорошо освещена, вот, и вам здесь оказывается такие нежные ноты, такие сохраненные вещи. Да, да, как-то, да, вот в Крыму вот этот можно. Вы будете потом изобразительные картинки как-то, изображения работ, вам сведения к ним нужны? Ушедший 2013 год был отмечен для картинной галереи рядом ярких выставочных событий. И вот в самом конце 2013 года в бизнес-центре Донской, где сейчас располагается наша галерея, открыта выставка, персональная выставка произведений Ивана Ивановича Шишкина к 180-летию со дня рождения художника. Эта выставка будет работать до 23 февраля, поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить гостей нашего города и жителей нашего города ее непременно посетить. Выставка эта составлена из нескольких, из произведений нескольких российских музеев. То есть она как бы называется межмузейной выставкой, это межмузейный, межрегиональный проект. И здесь задействованы такие известные российские музеи, как Вологодский художественный музей, Ярославль, Переяславль, Зарецкий, затем Череповец и, конечно, наша галерея. На выставке представлено около 60 работ. Причем живописи здесь 16 произведений, остальное графика. И я думаю, что выставка это может быть интересна не только посетителям разных категорий, но и разных возрастных групп. Я думаю, что в нашей стране вообще, наверное, не найдется человека, которому фамилия Шишкин была бы неизвестна. И вот наша выставка, она дает возможность в этом убедиться. Сам Иван Иванович Шишкин прожил долгую, счастливую творческую жизнь. Он очень много и плодотворно работал, был трудоголиком и был признан и своими современниками, и, конечно, сейчас признан потомками, нами, специалистами и зрителями. И выставка это еще раз подтверждает вот это вот мое высказывание.